Привет! В этом видео я покажу, как выполнить достижение «Открытая инфраструктура» в игре Black Mesa. Для выполнения этого достижения нужно использовать альтернативный путь для прохождения офисного комплекса. Соответственно, это достижение делается в 4 главе офисы, после того, как мы встретим охранника. Пробираемся сквозь хедкрабов к самому офису, открываем дверь и бежим прямо. Советую предварительно достать монтировку. Забиваем на все шумы и все, что окружает. Разбивай монтировкой потолочные плитки и залазь наверх, где тебя ждет хедкраб. Завали хедкраба и проходи в вентиляцию. Здесь двигайся прямо, в другое место ты здесь все равно не попадешь. Подписывайся на канал. Итак, отлично, ты получил ачивку, но смотри, что нужно сделать дальше. Дальше поднимаешься по лесенке, ждешь, пока приспустится немножко лифт, проходишь в эту вентиляцию, и лифт обрушится вниз. Идешь прямо, дальше вырубаешь пушку, которая в тебя бы стреляла, если бы ты шел обычным путем, и открываешь ворота. А если тебе понравилось это видео, то поставь, пожалуйста, лайк и напиши комментарий, как тебе эта ачивка и выполнил ли ты ее. Подписывайся на канал. А у меня все. С вами был Дженкинс. Всем пока, до встречи в новых видео.